Благодарю всех участников. Я впервые в роли судьи. Мне очень понравились ваши стихи все. Даже не знаю, чьи больше. Ну, а прочитаю несколько своих стихотворений. Первое посвящается Александру Сергеевичу Пушкину, нашему мэтру. Вы знаете, что это был первый профессиональный поэт. Он первый получал за это деньги, за стихи. Ты указал тропу поэтам, как можно жить на гонорар. Кутить, стреляться, но при этом в душе лелеять Божий дар. И невзирая на пороки, а ими болен был твой... век бессмертный оставил строки. Великий, грешный человек. Пусть нимба не носил святого. Картежник, бабник, дуэлянт. Был в жизни роста небольшого. В стихах воистину гигант. Второе стихотворение посвящается Александру Блоку. И вот, знаете, вот он выпустил первую книгу в 1904 году. Это была, она называлась «Стихи о прекрасной даме». Последний романтик эпохи, служивший классической драме. Беседки, вуали и вздохи. Стихи о прекрасной даме. Как это давно устарело. Сейчас в поэтическом храме в цене обнаженное тело. Нет строк о прекрасной даме. Романтиков песня не спета. Найдутся жемчужины в хламе. Родятся еще у поэта стихи о прекрасной даме. И третье стихотворение посвящается Владимиру Семеновичу Высоцкому. Это стихотворение было написано, посвящается стихотворению, последнему стихотворению Владимира Семеновича, написанного 23 июля 1980 года, за два дня до своей смерти. Он написал стихотворение, посвященное самому себе. Я написал посвященное этому стихотворению. Листок бумаги, пачка сигарет. А вместо кофе эскулапа в зелье. Рифмует реквием в ночи поэт последнее свое стихотворение. Как Пушкин памятник себе воздвиг, за час до выстрелов на черной речке, Владимир, жить уставший от интриг, почти сгорел, подобно яркой свечке. Приблизилась последняя заря. На многие вопросы нет ответа. С надрывом бьется сердце бунтаря. Ему осталось только два рассвета. Спасибо.